И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. Это наш крупнейший представитель книг в России и странах СНГ. Самый большой каталог, более 1 миллиона электронных и аудиокниг. Доступные книги на русском и английском языках. Есть все знаковые новинки, а некоторые продаются даже раньше в книжных магазинах. И по моему промокоду вы получите скидку 20% на каталог и книгу из подборки в подарок. Скидка действует на одну покупку в течение 3 дней после активации промокода. Сам промокод действует до 6 мая. Промокод и ссылка оставлены в описании. Успевайте воспользоваться. Всем привет, с вами снова я, Black Falcon, и сегодня я смотрю прием, который придет 7 мая. Айрон Боймер с Шахвамом Гильясовым и Кристианом Гомесом. Шанс, на мой взгляд, 70-30 в пользу Гильясова. И я думаю, что он одержит победу нокаутом в 6-м раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто, по вашему мнению, победит и каким методом. Также, подводивший, прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарии и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Также напоминаю, что в эту пятницу в 20:00 по Москве у нас стрим по UFC 4. Первое же долгое время. И это у нас будет турнир по просьбе подписчика. А мы начинаем наш трансляж. И первым на рынке выходит Шахвам Чудо-парень Гильясов. 12 боев, 12 побед, 9 из них нокаутом и ни одного поражения. А вот выходит и его оппонент, Кристиан Нинота Гомеш. 25 боев, 22 победы, 20 нокаутов, 2 положения и 1 ничья. Нам представляют боксеров. Сейчас рефер напомнит вашим правилам, и мы начнем. Первый раунд. Погнали. Спортсмен. Мимо. Попадает Гильясов. Восмен. Точен Шахвам. Мимо. Кэдлинч. Мимо. Дает Гильясов. Апперкот. Мимо. Восмен. Мимо. Помахивается Гомеш. Шахвам точит. Неплохо здесь вот Гильясов. Неплохо попадает Гомеш. Восмен. Снова обменяется боксерами ударами. Неплохо здесь вот Шахвам.
Расмен. Сочин Гидяшев. Расмен. Снова обменяюсь Бакшану удавами. Неплохо. Мимо. Точен Говиш. Мимо. Махи лучше. Кристиан. Мимо. Лошмен. Мимо. Точно снова Гидяшев. Мимо. Точим Шахвам. Лошмеем. Первый он же вышел, и он за Гидяшевым. 10-9, Шахвам впереди. With Teddy Atlas, love coming to this fight venue. We always have a great time when we come to town, with the exception of having to pay the bill for our entire crew on the night before when they take us out to a steak dinner. Yeah, you know, they remind me of fighters a little bit. You know, the fighters that we see that have very, yeah, every once in a while, very short arms. You know, they do. These guys, they don't have the reach. No, they can't don't. Reach for the wall. No, they don't. And I tell you, they would be great on the inside. Really great. I would. И у нас раунд номер два. Лошмен. Кэдлинч. Точен Гидяшев. Лошмен. Неплохо. Мимо. Good solid right hand he lands there. Лошмен. Точен Шахвам. Мимо. Гидяшев точен. They're really working at it day in and day out just to make weight. What's so tough about making weight in boxing? Well, it can weigh you down. I mean, it takes discipline. Дальше Шахвам. It allows you a trail of excuses because now you can Мимо. Say, well, Гомеш отвечает. I didn't do this, you know, I it's the drudgery Лошмен. Of it, and it's the consistency of it. When you have to stay at a weight, and you have to watch that weight, you have to balance the weight, you have to be able to have a physicality when you get in the ring. You don't want to be weak, so you want to get that right balance where you're disciplined, you get the weight down, but you don't lose that Мимо. Physical edge. Good Lynch. And he ties up on the inside. Точно Гидяшев. Лошмен. Неплохо здесь уж Шахвам. Что попадает Гидяшев. Опять кот. Мимо. Шахвам точен. Мимо. Удает Гидяшев. Неплохо. Точен Гидяшев. Мимо, опять кот.
can see he's trying to score up top, but off the mark there. Мимо. И второй раунд за Гедясовым. Все же ночью 20-18 в его пользу. И у нас раунд номер 3. Да, это Гедясов, Гомес отвечает. Still, I'd like to see him just bite down and fight a little bit. Yeah, you'd like to see him sit down a little bit, bend his legs a little bit, and make sure he's a little more effective. Not just great where they look good. That is a strong uppercut there. Точен Кристиан. Гедясов попадает. Алшмен. Точно снова Гедясов. Неплохо. Мимо. Вдает снова Шакалам. И пока что Гедясов здесь вот неплохо. Встречает вот кстати Гомес. Мимо. Точен Гедясов. Вашмен. Right неплохо. Clean shot with the right. Керлинч. And he just holds on there. Точно же Шакалам. Вашмен. Мимо. Оба помахивают же. Точно Гедясов. Вашмен. Вашмен. Неплохо. Керлин. Мимо. Точно Гедясов. Снова подает Шакалам. Неплохо. И тут эти раунд Гедясов забивает свою копилку. Все же лучше 30-27 в его пользу. А он сразу счет 29-28 в его пользу, и у нас раунд номер 4. You know, he's not landing all the time clean, but it reminds me a little bit of some of the old fans used to say, неплохо. Marciano, we love Marciano, you know, the rock. He used to hit guys on his arms. He wasn't hitting them clean, but he was breaking their blood vessels. Excuse me for being so graphic. Да, Шакалам. They couldn't keep their arms up by the time they got to the 8th, 9th, 10th round. That's kind of the way this guy fights.
Мимо. Точно гонишь. Мимо. Гиляшев попадает. Неплохо. Вашмен. Ну, обменяет бешеду удавами. Керлинч. Снова Керлинч. Мимо. Точно Гиляшев. Мимо. Вдает Шахлам. Неплохо. Мимо. Вашмен. Мимо. Куда? Шахлан. Мимо. Точно гонишь. Неплохо. Вашмен. Мимо. Опять кот. Мимо. И четвертый раунд за Гиляшева. Чернышев шел к плюсу 6 в его пользу. И у нас раунд номер 5. Мимо. Точно Гиляшев. Снова вдает Шахлам. Неплохо. Точно Гиляшев. Мимо. А Шахлам попадает. Неплохо. Точно Гиляшев. Мимо. Неплохо. Дальше у вас Шахлам, Керлинч. Но точно Гиляшев. Мимо. Гиляшев точно. Неплохо. Снова подает Гиляшев. Вашмен. Мимо. Точно Шахлам.
Мимо. Вашмен. Мимо. Гиляш, точно. Мимо. Вдает Гомеш. Тоже снова Гиляша. Вашмен. Мимо. Final 10 seconds of this fifth round. Неплохо. И пятый раунд за Шахваном. 50-45, Гидяшев впереди после первой половины боя. Посмотрим, что же будет во второй половине боя. И у нас раунд номер 6. Выдает Гиляшев. Мимо. Точен Шахлам. Мимо. Неплохо. Выдает по корпусу Гиляшев. Гомеш отвечает. Кедлинч. Попадает Шахлам. Неплохо. Мимо. Попадает Гомеш. Снова точно Гиляшев. Вашмен. Точно Шахлам. Попадает Гомеш. Мимо. Точно Гиляшев. Мимо. Кедлинч. Неплохо. Вашмен. Точно снова Шахлам. Попадает Гиляшев. Неплохо. Мимо. Вашмен. Boy, some of the old school guys would really appreciate this, wouldn't they, Teddy? Just great upper body movement, so elusive up top. Yeah, this is an example like they used to say in old days. He stands right in front of you, and you can't hit him in the backside with a handful of buckshot. Working our way towards the bell. Last 10 seconds of the sixth. That's it. Вдает Гиляшев. И шестой раунд также за Шахлам.
54, Гедиаса впереди. What can he do to overcome that when this fight starts back up? Well, first of all, this is where you search into those corners that you're not forced to search. Kind of like when you were a kid and your mother told you to clean your room and go into those little nooks and crannies where you never knew there was dirt. Now you got to start looking into nooks and crannies inside yourself, places you didn't know were there before. You better find them. You better find them quick. You need to double up your punches and keep the lead, right? You don't need that. I'll throw that away. Good. И у нас раунд номер 7. Рашмен. Что вы обменялись выше ударами, Керлинч? Точно Гедяшев. Неплохо. Мимо. Гедяшев точек. Помахивает Шагомеш. Неплохо. Снова дает Шаквам. I like a guy that throws punches, Teddy, but at some point, you got to do more than that. Yeah, I tell you right now, if he was a carpenter, I would not have him coming in doing my kitchen cabinets because he'd be just cutting up a lot of wood, you know, and it'd be all over the place, but I wouldn't have the shelves, I wouldn't have the cabinets that I want. I'd have a mess, and right now, this fight's getting messy. Мимо. Попадает Шаховам. Снова точно Гедяшев. Неплохо. Снова попадает Шаховам. Рашмен. Точно Гомеш. Снова попадает Гедяшев. Рашмен. Мимо. Точно. Гедяшев. Неплохо. Мимо. Снова точен Шаховам. Оба мимо. И седьмой ваун за Гедяшевым. 70 шахтами Шаховам впереди. А у нас уже счет 69-64 в пользу Гедяшева. И у нас раунд на номер 8. Рашмен. Well, somebody needs to tell him. I'll tell you the answer. Somebody needs to tell him that it's not against the law Мимо. To move your head. Make a punch. Снова Рашмен. Попадает Гедяшев. Неплохо. Мимо. Керлинч. Точно. Шаховам. He took a shot, but he came back with a right hand of his own.
Teddy, he's just covering up. That's all he's doing, but it gives his opponent so much time to figure where he isn't. Yeah, you're right, Joe. I mean, first of all, some of them are going to get through and some of them are watching them. They're getting through. And you just touched on it. I mean, you cover up, you tell your opponent, hey, I'm camping out, I'm not throwing back. So, instead of throwing one or two at you, he's throwing combinations of three, four, five. You got a problem. Tried to land that upstairs and was off the mark. See him holding on. Мимо. Гидяшев точен. Точен. Гомеш. Вашмен. Неплохо. Ну, точно Гидяшев. Мимо. Вашмен. Неплохо. Вашмен. Снова обвиняешься большими ударами. Good job protecting himself. Мимо. Точно гомеш. Вашмен. Точно, шахалам. Мимо. Точно, гомеш. И восьмой раунд за Гидяшева. 80-72, Гидяшев впереди. И у нас вау номер 9. Карлинч. Мимо. Bulldog's favorite punch is the jab, and tonight he's loving it. Well, the jab is the table setter, Joe, and he set a beautiful table tonight. Fork on the left, knife on the right, and the food right in the middle. And he's eating all night. You taking some English etiquette classes? You getting hungry? Вашмен. Точно Гидяшев. Кэдлин. Мимо. Ахилл кот от Гомеша. Фигур Гомеша его визави. Мимо. Неплохо. Мимо. Active body.
Оба помахивай лучше. Мимо. Расмен. Мимо. Мимо. Good block by Bulldog. Восьмен. Мимо. И девятого он уже гонит. 89, 82. Гидяша впереди перед финальным раундом. И у нас раунд номер 10, заключительный раунд нашего поединка. Неплохо. Отвокот. Восьмен. Мимо. Попадает Гиляшев. Точен шахвам. Восьмен. Мимо. Гиляшев точен. Мимо. Точен шахвам. Мимо. Точно Гиляшев. Мимо. Выдает Гомеш. И у нас заключительная минута поединка. Неплохо. Точно Гиляшев. Восьмен. Мимо. Точен шахвам. Керлинч. Девяносто девять, 91 Гиляш. Ждем судейского решения. About to happen. Yeah, early on, you're right. It looked like it was going to be an explosion, but
И повел сердечным решением, а одерживает Шахвам Чудо-парень Гейяш. Гомер с решением Шуди не согласен. Девяносто девять, 91, 98, 92 и 97, 94 в пользу Гильяша. Итак, двое Шули отдали Гомешу третий раунд. Один Шули отдал девятый раунд. И все отдали ему десятый раунд. Что ж, давайте обратимся к статистике. Гильяша попал 351 удар из 799. Гомеш 236 из 684. У Гильяша 127 из 340 в голову и 224 из 459 в корпус. У его Визави 85 из 344 в голову и 151 из 340 в корпус. По раунду. Первый Шорок 32, второй Шорок 422, третий 39-35, четвертый 33-23, пятый Шорок 21, шестой 34-19, седьмой 34-20, восьмой 34-22, девятый 29-15 и десятый 27-27 по силовому 12-6. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же бой пройдет на самом деле. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!